Теплое надворье сприяет и отпочинку для воды. На столичных пляжах уже шмат наведывальников. Хутка почнется и купальный сезон. Специалисты пошали подрыхтовку водных акваторий Минска. А кроме расчистки береговой линии уздовж водоема, активно убирают смети с водной ровня, где очищают дно. Этапами проводятся. Можно пройти весь пляж сегодня и ничего не найти, а завтра там что-то уже будет находиться. Покрышки, бутылки много, да, мелкие предметы. Ну, очень много всякого может быть. Пакеты тонут с различными предметами. Зона отпочинку повинна быть готова до 28 мая. До этого часу на пляжах з'явятся пункты прокату спортивного инвентару, дитячие аттракционы и кропки хуткого харчевания.